Урок номер 9, и на этом уроке еще раз хочу обратить ваше внимание на написание последних трех букв. Давайте вместе еще раз их напишем. Итак, это буква G, это буква H, и это буква Ха. Они сгруппированы в алфавите по схожести написания. Отличием является только точка. У буквы Джим одна точка снизу. Буква Ха не имеет точки. И твердая буква Ха имеет одну точку сверху. Заметьте, что при произношении буквы Ха и Ха они похожи. Только буква Х мягкая, а буква Х твердая. Не путайте их. А теперь задание. А вы перед вашими экранами постарайтесь ответить. Итак, какая это буква? Правильно, это буква Х. У нее одна точка сверху. А это какая буква? Совершенно верно. Буква G. У нее одна точка снизу. И это какая буква? Тоже верно. Буква Х. Она не имеет точки. Потренируйтесь после урока самостоятельно. Пропишите их и запомните –